Нет, все правильно. Ну, я думал, что вас не напрягаться, мы о там поговорим, как обычно. Ну, вы хорошие специалисты. Наши тоже всех вы знаете. Выдержали долгие годы. Спасибо, что пригласил Шуко. Потому что я на самом деле давно уже не встречался, потому что иногда хочется поделиться, иногда такое турбулентное время. Спасибо большое. Спасибо вам огромное.